Всем привет-привет! У нас сегодня новости. У нас будет переезд снова! Поэтому будем упаковывать вещи. И начнем мы с кухни. У нас есть плюс-минус 10 дней, чтобы съехать с квартиры. Вот. И у нас как-то разъезд идет. Что-то мы в одно перевозим, а что-то мы в другую квартиру, в общем, перевозим. Вот. Нет, переезжаем-то мы в свой дом. Переезжаем тогда в дом, у нас теперь дом есть. Ну как переезжать, перевозим вещи. А с вами там еще ремонт, в общем, все увидите. И начнем мы с кухни. С кухни то, что нам в ближайшее время не понадобится, будем сразу упаковывать. Точнее, упаковываем еще, но постепенно. Так, 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 ладно. Давай мы начнем отсюда. Отсюда мы начнем. Что-то как-то быстро у тебя. Что можно? Что нужно самое главное? Вода в банке. Вода в банке. Так, мясорубка. Да ты еще Че ты, говорит, приземлился? Неси коробку. Доставай свои задачки с балкона. Будем сейчас упаковывать. Так. Блендер нам не надо, микси нам уже все время тоже не надо. Вот это все сейчас упаковываем. Формочки не нужны. Рябинушку даже здесь, честно говоря, ни разу не использовали. А нет, вру, использовали. Что-то мы делали. Терли, наверное, морковку. Коробка один штука только такая. Давай, неси, пойдет. Наша коробка перевозная, живая осталась. Ну, она как-то так выглядит, что прямо осторожно. Осторожно с чугом. Мы туда сейчас все спокойно. Коробка. Вот. Скотч ты купил, вроде бы. Скотч. Единственное, что... Вот эту деревяшку мы, может, туда забежали? Какую деревяшку? Это, может, пельмени где-то не взяли. А что это у тебя? Это бутылка тут стоит. Просто бутылка, она здесь лежала. Вот так вот. Хайпер стоит, ее надо куда-нибудь туда конец. Блендер нам не нужен, я думаю, тоже. В смысле, вообще выбросить? Нет, мы упакуем сейчас. Ага, это для... Тут вообще по большинству будущего можно упаковывать. Да, да, да. Это мы, знаешь, но миксер мы тоже пока что ставим, потому что... Это, да. А вам уже на миксер? Нет, нет. Нет, она даже длины сбивается. Миксирует. Уай! И снова упаковка. Ну да. Ну нам с одной стороны привыкать уже. Нет. Это раз. А во-вторых, нам хорошо, у нас вещи уже упакованы. Они не распакованы. Даже. Что-то на краской пахнет какой-то. Не знаю. Год прожили. Не распаковывали. Так, так, это мы... Так, миксер. А где наш миксер? А, миксер там. Пакуем все по уже это, по максималке. Тут осталось, говорю, ну да, сколько? Десять? Десять. Десять. Девять. Стакан с неизвестным. Это льносель, наверное. Что это? Льносель. Сено льна? Ну зачем оно там? Чай еще даже есть. Здорово. Так, а это пока остается здесь. Здесь у нас что? Бокалы, мы их наверх положим. Я пока по низ хочу то, что... А, грибы. Так, так, так. Листы мы сюда составим.
было собираться, знаешь, чем проще? Где там? Оттуда сюда? Оттуда. Что там мы, все, что осталось, мы могли маме завести. И здесь мы можем завести. Тут оставить. Да, можем. Но не в последний. Нет. Так, ладно, 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 ладно. Здесь, здесь, здесь. А, вот еще стекло. Сейчас мы все сюда запакуем. Сейчас. Я не знаю, все крупные, наверное, маленькие, потому что... Я не знаю, как хочешь. Да как куда? А смысл? Мы есть там будем еще столько. Где атом? Кормить нас будут все кормить. Нас же будут там кормить. А нас верить покормят? Возможно. На, газеты. Давай. Тут как-то не поставлю совсем. Пошла жара. Вечные тарелки, да? Тарелки вообще, ну блин. Как они, салатница? Ой. Салатницы вечные. Из поколения. Да. Поколения. Еще мамина. Хаотично. А еще год не прошел, как мы упаковывали. Ну, не мы, а вы. Не прошел. Не прошел. Даже год. Даже год. Второй раз переезжаем за год. Не, ну, одно дело на съемное, другое дело на свое, да? Угу. Чувствуешь разницу? Пока что нет. Вот когда я буду распаковывать все это в свою уже кухню, тогда я почувствую разницу. Правильно? Правильно. Да. Так, что мы сюда еще? Сюда еще много чего влезет, поэтому... А вот эти ты просто расспрашивал, вот тут они же эти лежат. Надо посчитать. Кто? Кто это? Что это? А, ну, игрушки. Кстати, да, можно было. Дай сюда их, я вот сейчас... Дорогие, я бы с удовольствием сначала достать все. Да? Да. Много? У нас много баллов из детских игровых автоматов. Не все, не вижу. Из детских игровых автоматов. А их можно потом поменять на игрушки. Нет, стоп, это не все. А где остальные? У Никиты, наверное, были. Нет. А может, у Никиты? Они, наверное, вот тут вот где-то, наверное. Так, это, кстати, мы тоже туда уже уберем. Сколько у нас всякого? Вот это тоже убрать. Я неправильно, я так. Ну здесь сахар. Боже, а что с ним станет-то? Со всех заправок России. Со всех заправок, которые нам встретились по дороге. А в этот раз мы сейчас опять будем ехать на машине. Обновим еще. Не обновим, а доберем. Ты же какая-то... Ой, это же какая-то мания зайти на заправку и набрать сахар в пакетах. Да. Так. Я просто думаю, что вот эти вот миски, тарелки мы тоже уберем. Крошки, крошки. Так. Вот мы сейчас упакуем вот это, вот это. Немножко туда. Что ящик-то малова. Чего? Нет, ну мы сюда все, оно же будет тяжелое. Зачем? Сейчас вот так все сделаем. И еще твой отечественный комбайн. Какой? Рябин. Вот так вот. Вот это не сюда. Это надо вот сюда.
подъемные. И что? Это как-то начинает. Либо ты, либо это. Да, она просто ее. Да, нормально. Нет, ну ты сейчас сюда поправила. Просто ее, ты же не возьмешь так, она перековывает. Легкая, больше тяжелая, что-нибудь не положено. Наверное. Так, бокалы, бокалы. Бокалы. Ну я бы чем-то, знаешь, это, если ты хочешь туда еще уложить бокалы, тебе надо... Сверху что-то? Да, типа этот какого, покрывало какое-то. Ну, это полотенце где-то... сверху, по-моему. Там еще кружки надо еще. Ну, главное подписать, что это кухня. Кухонная. Кухонная утварь. А в среднем ящике здесь там только крупы, ну, пищевое, да, пищи, да, пищепродукты. Пищеблок. Да. Пищеблок. Да. Запасы. Ну там уже, ну да, запасы, можно так сказать. Так, это мы еще оставляем тоже так. Так. Здесь что вот тут вот еще. Все. Пить будет не из чего. Почему не из чего? Все под ноль. Ага. Отмыть квартиру. Вот. Сейчас. Да. Да. А временное жилище-то придется отмывать. На свое-то уже, на свое законное. Ну да, я надеюсь, что это последний наш. В смысле, ты надеешься, что последний наш? Ты думаешь, я, как сказать, купил дом для того, чтобы еще пару лет пожить, потом снова продать и дальше поехать? У нас дом мечты, мы вам все покажем. Ну, чуть позже. Два этажа счастья. Два этажа. Значит, дом от застройщика. Да, будем пробовать. Это не строился путь своими руками, но... Ничего страшного. Будем как бы познавать и расскажем, как строят дома. Да. Все плюсы и минусы. Пока особо сами не вникали, потому что... Но работы много. Работы, конечно, много, хоть мы брали... Мы взяли дом... Как он, предчистовой отделкой? Предчистовая отделка. Якобы заезжаешь, клеишь обои и живешь. Ну да, белые стены, все как положено. Вот. Но работы там тьма. Работы, конечно, много. Так. Так, ну вот они так положены, балочки. Не бегут они. Это раз, что-то еще будет такая же. А еще блюдца, а еще посуда. Так, так, что тут еще можно сверху положить? А вот еще терка есть.
Надо будет это. Ремонт в доме делая. Угу. Прямо с этими. Как он сказать? С ценниками. Да, все. Цена нашего ремонта, скажи. Ой, ну что-то вроде. Чтоб люди понимали, сколько им еще придется плюс-минус. А у каждого свой индивидуальный подход. Поковать нам еще можно. Вот сюда единственное, что сейчас еще принесу делок. Не делок, а полотенце. Его положить. А мне полотенце. Вот. Оно будет верхничком. Вонючий, фу, скотч. Скотч? Фу, да. Я не знаю. Вообще вонючий. Ну, есть немножко. Давай эту коробку вот сюда. Это наша будет такая стартовая точка. Стартовая. Здесь уже я что-то вещи начала собирать.